Гуманный подход правительство России определило, как обращаться с бездомными животными. Раньше отловщики могли умерщвлять их при поимке, а новый закон это запрещает. В нем прописаны и другие правила отлова. Новшество призвано помочь избежать травм или гибели животных при отлове. Процедуру теперь нужно снимать на видео. Транспорт для перевозки должен оснащаться приспособлениями, обеспечивающими гуманное обращение. Например, надо предусмотреть питьевую воду для животных и аптечку для сопровождающих. После отлова бездомных животных предписано отвозить их в приют, где их будут лечить, стерилизовать и чипировать. Неопасных четвероногих затем предложили вновь выпускать на улицу. Закон должен вступить в силу со следующего года, но сначала соответствующие постановления примут на уровне регионов. Первоайские зоозащитники говорят, правила гуманного обращения с животными соблюдали и раньше. В приюте микрорайон 11 содержит почти 200 уличных собак. Сейчас им ищут хозяев.